Здравствуйте, я представитель интернет-магазина Энергомаг. Сегодня у нас в обзоре источник бесперебойного питания Logic Power LPM PSW800 на 560 Вт. Почему он вам необходим? Как показала прошедшая осень и зима, веерные отключения электричества происходят довольно часто. И для нормальной работы вашего котла или насоса отопления вам просто необходим данный аппарат. Он сможет обеспечить работу вашего котла или насоса отопления до 14 часов в зависимости от внешней аккумуляторной батареи. А сейчас давайте перейдем к тестированию нашего бесперебойника. Для этого мы подготовили непосредственно стенд, на котором будет видно нагрузку подключаемую, латтер, которым мы сможем изменять напряжение в сети, имитировать перепады, ну и сам бесперебойник с внешней аккумуляторной батареей, которая приобретается отдельно. Важно сказать, что в источнике бесперебойного питания встроен стабилизатор, который сможет стабилизировать скачки напряжения в сети. При этом на экране мы можем видеть уровень заряда батарей, уровень нагрузки, входное и выходное напряжение. А сейчас давайте проверим встроенный стабилизатор бесперебойника. Для этого я буду понижать напряжение до 145 вольт. Как заявлено производителем, он должен вытягивать, когда в сети 145 вольт, на выходе должно быть 220. Вот мы видим уже даже 143, на выходе 224 вольта. Это в норме. Повышаем его номинальный режим и продолжим наше испытание. Давайте проверим источник бесперебойного питания на практике. Для этого я включаю лампочки на 560 Вт. Его номинальная нагрузка. Как видим, источник бесперебойного питания работает нормально в номинальном режиме. А сейчас давайте смоделируем ситуацию, когда пропадает свет в вашем доме. Для этого отключим бесперебойник из сети и подключим его обратно. Как видим, питание нагрузки происходит беспрерывно, в нормальном режиме. Также источник бесперебойного питания имеет правильную синусоиду, что важно. Ну и давайте подведем итоги. Как показали наши опыты, заявленные характеристики действительно соответствуют реальным. Соответственно, интернет-магазин Энергомаг может рекомендовать его к приобретению. Спасибо за внимание, смотрите наши обзоры на канале в YouTube.